Доброго времени суток. Вы на канале Новая Главатая Терапия. Будем смотреть чувства мужчины к вам. Итак, чувства мужчины к вам. Ну что-то он сторожится сейчас. Отказывается. Хочет показать какую-то авторитетность. Но, тем не менее, хочет вас как оберегать, защищать. Здесь какой-то авторитарный мужчина, прям такой авторитетный. Как словно этот песик этого ребенка защищает. Хочет вам дать защиту, безопасность. Какие чувства? Какие-то есть искушения, но он от них отказывается. Но что-то все равно такое вот хочет вас поучать. С чувством «я тебя перевоспитаю». Как-то вот так идет.